Приветствую всех на канале. Московская область, 19 июля. Хочу вам показать, как выглядит моя бахча на сегодняшний день. Вот такие вот грядочки. Посмотрите, как я формирую. Проходы такие вот оставляю. Ну, для того, чтобы было удобно обслуживать. На самом деле, очень податливое растение, арбуз. Просто в одну сторону плети направляю, и плети, и пасынки. И они, в принципе, особо не вылазят ни влево, ни вправо. Растут именно в то направление, как я их положил. И вот такие вот огромные плети дорастают. Вот прям, ну, метров по 5. У некоторых арбузов плети метров 5. Это очень удобно для обслуживания. Чтобы там смотреть, когда он поспел. Усики различные там определять. Постучать можно по нему, полить. Ну, вообще очень удобно наблюдать. Вот. И вот так вот выглядят мои арбузы. Думаю, что вы уже видите, как они там сами арбузики лежат. Уже достаточно крупные. Но давайте по рядам пройдусь и покажу основные арбузы. Куча маленьких завязей. Вот такие вот. Много. И таких вот. Килограмма по 3. Все это успеет, конечно, вызреть, даже то, что еще маленькое. Еще у нас, ну, только вторая половина началась недавно, июля. Еще полторы недели до августа, еще весь август, а то, и если повезет, сентябрь, может быть, будет теплый. Арбузов будет полно. Забегая вперед, хочу сказать, что уже насчитал, вот на всей моей бахче, не только здесь, а у меня еще вот в том направлении есть грядочка и на другой даче. По-моему, сейчас около 80 штук арбузов, ну, по-моему, уже даже больше. Так что где-то, ну, 100 штук я получу в этом году арбузов. А по площадям вот эта грядка где-то 10 на 6 получается. Вот если взять еще ту грядку и на даче, ну, грубо 10 на 10. Вот 10 на 10 метров общая площадь посадки арбузов. И на этой площади 100 арбузов вырастет точно, а может быть даже больше. Лето, конечно, очень удачное, жаркое, но тем не менее. Так, ну давайте, ладно. Пройдемся по арбузам, я вам покажу, что на данный момент. Так, вот там вот лежит арбузик. С этой стороны у нас арбузики. И вот здесь такой арбузик, килограмм на 7, наверное. А вот с этой стороны, получается, у меня и арбуз, так получилось, и дыня. И там внутри есть несколько арбузов, но я туда не полезу. Очень густо тут все заросло, но пускай, потом, позже покажу. Пойдемте пока, где хорошо все это дело просматривается. Вот такие вот арбузики, килограмм по 5. Это у нас гибрид подмосковный Чарльстон. Притом гибрид не F1, а F2. Насколько я помню, да, F2. Это из семян прошлого года. Ну, а выглядят они абсолютно такими же, как и если бы вы купили гибрид F1. Посмотрим, что вырастет. Но, походу, уже все хорошо будет с ними. Разворачиваемся дальше. Вот такой вот арбузик. Это тоже, что самое интересное, гибрид F2. Это сорт, точнее не сорт, а гибрид Шуга Деликата. Вот, но это опять же из семян прошлого года. Он у меня уже здесь вырос, на этой площади. Я собрал свои семена и посадил ради эксперимента. В коротком ролике, кстати, можете посмотреть. Про него тоже есть рассказ маленький. Но тем не менее, вот такой вот арбуз. Один из самых первых вырос и очень крупный. Вот для примера зажигалочка. И вот арбуз. 10 килограмм всяко в нем есть. Вероятно, больше. Звучит хорошо. Такой прям почти поспел. Но еще ему неделька, дней 10 надо, я думаю. Пускай. Так, идем далее. Идем, идем. Здесь килограмм на 8 арбузик. И вот здесь вот килограмма на 2,5 пускай. А вот это вот особенные такие арбузики для меня. Ну, они всем нравятся, насколько я знаю. Необычный для многих сорт. Точнее, опять же, гибрид. Это Эль Вафи. Я на него такую большую ставочку делал. Уж очень его хвалили. Прям искал его, нашел, купил. И действительно не жалею. Шикарное растение. Очень мощные плети и очень классные арбузы. Вот такие вот. Килограмм сейчас упал. Ну, по 8 килограмм, я думаю. Каждый из них. И там еще есть маленькие завязи. Прекрасный сорт. Опять же, не сорт, а гибрид, если быть правильным до конца. Но не суть. Так, разворачиваемся. Здесь куча завязей. Прям вот много.
прям везде завязывают арбузики. Вот такие вот. Очень неплохо растут. Идем далее. Здесь вот арбузик срезался. И вот там вот килограмма на полтора. А вот один и второй — это гибрид солнца павлодара. Желтоплодный. И вот еще рядом с ним маленький. Три арбуза, получается, скорее всего, будут на кусте. А может быть и четыре. Надо будет смотреть позже. Идем далее. Так, разворачиваемся. Есть, кстати, гибриды, которые до сих пор ничего не завязали. Вроде бы все у них хорошо, но не завязали. Так, вот у нас арбузик. Килограмм этот на 9, наверное, тянет уже. Крупный, быстро растет. Рядом с ним поменьше и еще меньше есть. А вот так, давайте покажу. Вот так вот портят арбузы слизняки. У меня слизняки же здесь. Ранее в роликах я вам показывал и рассказывал. Вот так они портят арбузы. Ну да ладно, у нас будет много арбузов, ничего страшного. Вот здесь вот прям полно арбузов. И вот здесь вот арбузы. Но это такой один из самых простых гибридов, насколько я помню. Называется фермер. Я его в том году тоже выращивал. Очень урожайный. А вкус, ну, такой по вкусу, скажем, не самый десертный арбуз. Ну, в принципе, хороший. Но он такой с максимальной результативностью вырастает. Прекрасный, в общем-то, в целом. По урожайности. Очень большие на нем арбузы растут. И их много, и завязывается прекрасно. Чувствует себя прекрасно. Так, давайте далее продолжим. Здесь вот у нас арбузик. Идем дальше. И здесь у нас два арбузика. Эти у нас арбузики. Так, это у нас гибрид тоже. Користан. Ну, килограмм по 5. Один 5, другой 6. Примерно так на вид. Вот так вот выглядят арбузы. Да, некоторые, как ранее говорил, не завязывают почему-то. Но вот я отметочку себе сделаю. Вероятно, больше не буду сажать эти гибриды. Просто вот цветут мужскими цветами, женских нет. Наверное, придется отказаться. Но в основном все хорошо. Особенно те арбузы, на которые я делал ставочки, такие у меня есть прям. Те очень себя хорошо показывают. Поэтому все прекрасно. Давайте еще одну грядочку покажу вам, которую я весной делал. У меня в ролике тоже есть. Самая такая ленивая грядка. Вот так вот она выглядит. Пленкой была, еще когда трава не была затянута, такой тонкой. Она уже от ультрафиолета, получается, вся испортилась, порвалась. Еще лисы тут помогли. Вот. Но, тем не менее, свою функцию она выполнила. И такая на ней прекрасная бахча. Сорняков практически нет. Единственное, что хочу сказать, от прошлой грядки, что вот я ранее вам показывал, здесь чуть-чуть попозже завязывают арбузы, плоды. Но, тем не менее, их полно. Давайте тоже так пройдемся, я покажу вам. Тоже вот тут эльвафи есть, вот такие вот, килограмм по полтора. Идем, вот они, их очень много тут завязей. Тут килограммчик, вот тут два эльвафи спрятались, я все не покажу, тут надо искать, но их прям очень много, по ходу дела будет. Вот крупный. Килограмм на 8 лежит арбузик. Так, идем дальше. Все цветет, пчелки опыляют, все прекрасно. Вот здесь вот такой вытянутый арбузик. Килограмма на 3,5, может быть 4. А за ним еще такой один спрятался. Так, плети немножко туда поправим. Слизняки тут лазят вечерами и вот по утрам тоже. Вот здесь вот арбузик килограмма на 3,5. Здесь вот эльвафи на полтора, может быть, на килограмм. Вот этот вот один, не знаю, не скажу, что за гибрид или сорт, потом посмотрю позже, идентифицирую его, сейчас уже не пролезть. Вот такой гигант вырос, вот зажигалкой со сравнивать, огромный достаточно. Килограмм на 12, похоже, примерно. Прекрасный арбуз. Прекрасно растет. Так, и вот здесь еще у нас арбузик.
такими вот повреждениями от слизняков. Ну, ничего страшного, все это дело зарубцевалось, но тем не менее товарный вид, хотя я не планирую, конечно, продавать. Тем не менее, ну, так визуально не очень красиво, конечно, становится. Но все растет. И вот тут у нас арбузики. Вот такие вот арбузики. Еще раз напомню, это у нас Московская область, 19 июля. Впереди еще значительная часть лета, очень много завязей. Все опыляется, все завязывается. Выглядит прекрасно. Давайте еще разочек вот так в целом пройдусь. Кому-то, думаю, это интересно. Кто-то тоже попробует. И в следующем году, возможно, тоже вырастет арбуза. Ничего сложного в этом нет. Никакого ухода, в принципе, не требуется. С осени или весной готовите один раз грядочки, органикой загружаете. Ну, вот я на таких холмиках делаю. И все. Я поливал, правда, немножко совсем, пару раз. Долго не было дождя. А на этом все. Прекрасно себя чувствует растение. Как-то так. Тогда я уже заканчиваю на этом ролик. Попозже, конечно, еще где-то, может, через 2 недельки покажу, что у меня на этих грядках. Но пока вот как-то так. Все прекрасно. Я доволен. Всем желаю успехов в выращивании арбузов. Все, всем пока.